Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги КМСМН. Сегодня среда. 6 апреля. Да, нам пришла посылка. Пришла посылка из Омска от моих родителей. Большое спасибо Ваньке за то, что он отослал ее, сгонял в ПЭК, потому что кто из Омска, кто знает, где находится ПЭК, тот знает, что это вообще тяжелая работа до тут доехать. Это Чекалдан. Ну, смотря тоже где живешь. Это же дальше Чекалдан. Да, естественно, смотря где живешь. Короче, ребят, так что сегодня будет время почты такое. Ну, мы знаем, что там, в принципе, в посылке, но хотя есть сюрпризы. Поэтому все-таки сделаем время почты. А сейчас едем за, собственно говоря, за посылкой. За этим и едем. И едем еще сразу же в СБС. Надо в Леруа, да. еще куда-то. И сегодня еще стекло хотим купить для душевой. Вот, и вообще эта неделя, я думаю, что самая напряжная во всем нашем ремонте. Самая напряжная. Да, наверное. Нам нужно ко вторнику переехать. Не к понедельнику, а ко вторнику, как оказалось. Так что все, переезжаем. Пойдем, переезжаем. Пришла посылка, забрали. Мы, открываем. Правда, знаем от кого, но нам просто так же интересно, что еще там внутри. Я уже говорил, да, что это мои родители прислали печь на шестах. Мы представляем вот это, что это? Да, это Ваня приклеил здесь дополнительный пакет, и я уже вижу. Обжарка, что же это интересно, обжарка. Вань, спасибо тебе большое за дополнительное дополнение. Спасибо. Да, маме с папой большое спасибо за то, что тоже все это дело упаковали и прислали, потому что это сейчас нам жизненно необходимая вещь. Так, поскольку... Вот это жизненно необходимая вещь. Нет, печь, я про печь-то. Кофе это... Да. Это для досуга. Если вы не понимаете, я спросил, что это кофе. Это, я так полагаю, скуратовский. О, господи, запах. Ух ты, это что-то... А, другой какой-то. Да, я думал, что... Хелен Блэнд. Круто, чувак, мы такое не пробовали. Да. Мы такое не пробовали, это вообще ничего. Где там вкус? Черносливки, сухофрукты, грецкий орех. Очень пахнет вкусно. Да. Открываем. Наш плед. Плед, отлично. Кстати, плед нам тоже не помешает сейчас. О, да. О-о-о. Кедровый орех. Это кедровые орешки прессованные. Я первый раз, кстати, вижу. Да, а ништяк. Их вообще немало прям. Ух ты! Семечки, подсолнечное ядро, без ГМО. Да, кстати, фирма такая же, да? Не знаю. А, нет, другая. Что там? Мой сухой шампунь из Омска. Отлично. Так, что это? Да ладно! Мама, ну ты чё? Ты прислала нам наши стаканы огромные. Отлично, пол-литровые. Вообще-то да, мам, придется теперь с ними ехать. Вкручивается. Просто нет, он как будто бог какой-то, да. Родной звук. Пичуга. Короче, это духи какие-то, да? Да, да. Да, потому что пахнет. Да. Вот, пошло. Наверное, два раза перебор. Или нет? О, да, прям весна, не лето, весна. Да. Круто. Все. Мам, пап, спасибо. Вань, тебе тоже большое спасибо. Блин, ништяк, мы теперь не останемся голодными. Ну и так голодными не останемся. У нас кирпич орехов. Отлично, кирпич орехов. Все, мы дома у нас. Я включила печку. Нашу добрую старую печку из подвала. Да, я ее включила подогревать. Не знаю, что она там вообще греет, нет? Короче, Миша тут что-то там выкладывает опять. Да, клеит. Я покрасила стенку последнюю в спальне и как бы жду, когда печка нагреется, чтобы сделать печеньки. Это Мишина идея, сделать здесь печеньки. Да, и еще кофе. Ванька, будем пить кофе, который ты купил. Да, пробовать, потому что мы пробовали только классический, короче, зерна с классический эспрессо и декаф. Все, больше мы вообще не пробовали никакие зерна с. Ну,
как-то вот так вышло, короче. Попробуем. Да, сейчас попробуем. Ну что, друзья, печенье уже готово? Да, капитан. И сейчас мы будем готовить кофе. Все, печенюшечки, вот они. Кофейный аппарат, вот он. Алиска намолола свежего-свежего-пресвежего вот такого вот скуратова. Хелен Бленд. Хелен. Будем готовить. Манит меня звездное черное небо, яркими точками снега, месяцем над горизонтом. Манит меня. Делать эспрессо мы будем вот в такие кофейные чашечки, которые нам подарили в Греции, когда мы после свадьбы туда поехали. Надеюсь, мы еще вернемся. Черные дыры мелодии, сквозь вечность бежит астероид и манит меня. Как тихо там холодно страшно, да, мы приехали сегодня намного раньше, 11 часов вечера. Даже не в 2. Да, даже не в час. Короче, выложили до упора вот назад к двери ламинат, практически до упора. Там просто будут ставить дверь, поэтому нет смысла сейчас до упора ее делать. Да, и дверь будут ставить, блин, не в эти выходные, а да. Неизвестно когда, короче, к сожалению. Попили кофе, покушали печеньки, посмотрели винил, сейчас будем его досматривать. Угу. Ну и решили, короче, поехали-ка по домам. По домам, как будто по-разному. Все, ребята, увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, оставайтесь вместе с нами. У нас грустная новость еще есть. Вчера похвалили наш кофемейкер, а сегодня, да, сегодня я потерял пластиковую штуку, которая раздваивает на две чашки кофе. Да, мы предположили, что мы ее смыли в унитаз. И да, я ее смыл, скорее всего. Все, ребят, пока. Покеда!